Давайте знакомиться. Меня зовут Никита, фамилия моя Ковленков, учусь я в 9 классе средней школы номер 1 города Логойска. Как я попал на конкурс «Ученик года 2022»? Все очень просто. Я занимаюсь спортом, а точнее биатлоном. Все начиналось еще в 1 классе, когда тропинка моей жизни привела меня в спортивную школу. С тех пор я не пропустил ни одной тренировки. Неоднократно защищал честь школы и района на спортивных соревнованиях по биатлону. Конечно, бывало всякое, и тренировки это тяжело, и были промахи, но побед было гораздо больше. Вы спросите, для чего мне все это? И опять же, все просто. Я люблю биатлон. Добиваться успехов мне помогает мой жизненный девиз. Побеждает тот, кто встает на один раз больше, чем падает. У многих из нас есть свой олимп, на который мы стремимся. Ведь не столь тяжко подниматься по лестнице, как пойти на риск, совершить попытку, понять, что твое желание – это делать, развиваться, с каждым днем становиться лучшей версией себя. Вот главный проводник к успеху. Настойчивость и одержимость – хорошие помощники в достижении цели. Для того, чтобы дойти до Олимпа, необходимо желание, цель и старание. Все это у меня есть. Сложив все эти качества, передо мной выстраивается лестница к заветной мечте, к золотой олимпийской медали.